опять приехали на осетр, но как еще пока не приехали. Вон там наворочили. И, в общем-то, встали в сугроб. Как будем выезжать, не знаю. Ну, как-нибудь будем. Охота пуще неволи. Куда только не занесет рыболовная нужда. Ну ладно, пойдем пробовать. Вот такая вот ситуация на осетре. Все засыпано снегом. Подъезд очень плохой. На позатерках вообще никуда не подъедешь. Уж я на экстрейле сел хорошо. И вот ищем, пока ничего не находим. Но осетр-то река такая, надо искать. Где-то плотва стоит. А пока вот так вот. Ну вот, прошли чуть ли не с километр. Но все равно нащупали. Плотвичка хорошая. Вот, это ловля на осетре называется ловля на нытье. Идешь, не клюет. Да что же она не клюет-то? Все пропало. Раз, клюнуло. Вот такие вот дела. О, какая плотвичка попадается. Красота. Прям под 300. Ловить одно удовольствие. Ловить на нытье. Надо ныть. Ой, не клюет. Зараза. Запечатлеть для истории. А ты на игру ловишь, да? На игру, конечно. Не на отпуск, а мы на отпуск. Ну, получается, когда получается. И у нас, когда она есть, время. Ну ладно, удачи тогда.
Вот дно появилось. А ты ловишь на стоячку, не ставишь, да? В руке держишь. Ну, все поклевки, сколько я поймал, все на стоячку случились. Наверное, лунки перебуривать. Ну, поклевывает. А что мы хотели бы в лухозиме ловить вот такую вот плотку? Красивую. Это же вещь. Вот оно как происходит. Видели поклевку? Вот. Ой, приплотву. О, какая. Совсем даже неплохая. Давай, ну покажи. Ну, что ты ее бросаешь-то? Ой, ой, такой весь, прям весь в рыбалке. Весь в рыбалке. Некогда ему отвлечься на всякую такую вещь. Придется вот снимать ее уже в снегу. Она валяется в снегу. Йорд. Схватило и отхватило.
А? Что такое? Ты че, немец? Ты сильнее, ты медленнее. Поэтому приходится отпускать то дальше, то ближе. Пока не клюнет. Насколько ты уже отпускал метров? На 5, на 6? Там тогда что-то происходит. Но пока ничего не происходит, такое ощущение, что надо пересверливать лунки. Зацеп не рви. А как не рви? А как? Бери. Она туда улетела. Ну как и что? Ладно, она все равно под этим. На, бери мой классный зацеп. Ну, пробуй. Меня не подводил. Не ослабляй, не ослабляй, натянутый держи. А потом, когда он до конца дойдет, немножко можно поддернуть. Ну вот, а ты говоришь, эта цепь работает всегда. Покажи, подожди. Вот, а цепь работает прекрасно, даже с 5 метров отпуска и то отцепил немножко. Так, вот пробурили новую, сейчас попробуем, что у нас по новой получится. О, выловил. Так, опускаем опять. Вот, кстати говоря, моя луночка назад в будущее, она работает и в этой ситуации, не только на чертика. На отпуск работает прекрасно. Значит, будем ловить на нитье. Вот пробурил лунку, ничего не клюет. Вот. Нет, что-то не то. Скорее всего, мормышка зацепилась за траву где-то. А это вытягивает леску просто. Так, мормышка чистая. Мормышка прекрасная. Пускаем опять. До тех пор, пока не коснется дна. А потом будем играться. Она дна не хочет коснуться. О, коснулась. Попробуем ставить стоячку. А что здесь получится? Вот Вовик складывает улов. Ой, никак не сложит. От жадности-то вон сколько наловил рыб. О, еще и плотву тащит. Вот такие вот дела. Это он поныл перед этим, поныл. Ловля рыбы на нытье называется. Туи! Раз, два, три, пять, семь,
22 штучки. Неплохо. Вот. Так что сегодня мы тоже неплохо порыбачили. Ты там что поймал, Войк? Сколько? Двух. Значит, всего 24 штуки уже поймали. Вот. На этом я свою съемку заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будем вас держать в курсе дела. Пока, до свидания.